Че пришел? Обзор снять. Денег на студию не занесли. Опять? Угу. Заходи. Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про две новые игровые гарнитуры от JBL. Да-да, JBL теперь тоже играет на этом рынке и будет составлять конкуренцию признанным грандам вроде Razer, HyperX и SteelSeries. Дабы не томить вас, сразу скажу, обе гарнитуры получились крутыми, но с разными возможностями и с разными ценниками, поэтому тут каждый найдет себе по душе. Здравствуйте. Здравствуйте. А это крутая гарнитура? Да. А это? Тоже крутая. И это крутая? Да. Итак, традиционно начнем с распаковки. И начнем с младшей модели Quantum 400. Тут все достаточно просто. Вместе с наушниками идет USB кабель для подключения к ПК и 3,5-мм кабель для подключения к другим девайсам. USB кабель с разъемом Type-C, и это класс. Все, можно с уверенностью констатировать, что эра микро-USB проходит. Теперь поговорим о старшей модели, Quantum One. Тут все богаче. Есть массивный пульт, который отвечает за одну функцию — распределение звука между игрой и чатом. Дальше у нас есть кабель для подключения наушников к порту мини-джек. Съемный микрофон и дополнительный калибровочный микрофон. Во всех случаях кабели в тканевой оплетке и не путаются, это тоже классно. JBL решили пойти своим путем и сделали неповторимый дизайн для своей игровой линейки. Тут и фирменный сочный оранжевый вкраплен, и RGB подсветка. Для ее работы вам как раз понадобится подключение по USB. Выглядят наушники здорово, стильно и не так, как другие игровые уши. А вот к практичности есть вопросы. Без глянца не обошлось, особенно в Quantum 400. Но не могу сказать, что это портит впечатление. Но учитывать стоит. С удобством все очень и очень хорошо. JBL не поскупились на мягкий наполнитель как в младшей модели, так и в старшей. Оголовье тоже удобное, мягкое. При всей своей массивности наушники очень комфортные. В первую очередь это касается Quantum 400. Они легче, так как в них меньше фарша. Но и упакованные фишками Quantum One тоже голову не обременяют. Разумеется, без проверки перед покупкой никак, но с точки зрения удобства тут сомнений минимум. Эти наушники я смело могу рекомендовать всем. Сейчас вы можете наблюдать уникальный момент. Момент подрывания пукана у геймера. Именно так вы можете оценить качество и эргономику наушников. Начнем с младшей модели. Quantum 400 не нужна сертификация Hi-Res, здесь все прекрасно со звуком и так. Хорошая широкая сцена, четкие высокие и упругий мощный бас. Все это позволяет полностью уйти в игру, а в перерывах послушать музыку с удовольствием. Причем это будет не только электронный бит, но и классика рока и просто классика. Quantum One, в свою очередь, вполне себе на уровень выше. Наушники сертифицированы по Hi-Res, и это не для красного словца. Он здесь вполне чувствуется, сцена как будто шире, детализация еще больше, а бас мощнее. Он не ватный, а упругий. Спецэффекты в играх звучат еще сочнее. Сертификация Hi-Res! Hi-Res, Киев, недорого, подходим, покупаем. Здрасте. Здрасте, можно, пожалуйста, сертифицировать гарнитурку? А что это у вас такое? JBL. Игровая гарнитура? Да. Да что вы мне городите, это будет в 3 раза дороже. Так и кошерный звук. Ну ладно, в 4. Без фишек тут не обошлось. Quantum 400 дешевле и тут всего меньше. Но есть поддержка пространственного звука, она включается в драйверы Quantum Engine, и регулировка баланса между чатом и музыкой. Это можно делать как на самих наушниках, так и в приложении. К
Quantum One может похвастать большим числом плюшек. Тут есть и система шумоподавления даже, что будет не лишним, если вы играете в шумном месте, например, на чемпионате. Стоит учитывать, что возможности настроить шумодав нет, его можно или включить, или выключить. Для этого предусмотрена отдельная кнопка на наушниках и в драйвере. Сейчас мы вам продемонстрируем, как работает ANC. Есть еще функция настройки звука, исходя из позиционирования головы. Работает это примерно так же, как в Odyssey Mobius или их близнеце HyperX Cloud Orbit. Сказать, что это сильно нужная функция, я не могу, но она есть и с ней прикольно поиграться. Про RGB подсветку я уже говорил, повторяться не буду. Итак, финальный вопрос. Брать или не брать? Ответ на него зависит от суммы, которой вы располагаете. Если у вас есть примерно $100 и вам нужны хорошие игровые уши, в которых еще и музыку с удовольствием послушать, то JBL Quantum 400 — это то, что вам нужно. Здесь нет ничего лишнего, только классный звук, удобная конструкция, хороший микрофон и вот прямо все, что нужно геймеру. Quantum One — это уже для тех, кто хочет получить не просто больше игр, но и больше музыки. Здесь сертификация HiRes не для красного словца, со звуком здесь тоже полный порядок. В этих наушниках одинаково классно уничтожать монстров Doom, смотреть шедевры Кристофера Нолана и слушать классику рока вроде Dire Straits. А если вы еще и участвуете в чемпионатах, то здесь вам пригодится система шумоподавления, которая здесь весьма неплохая. Все? Да, все. Братан, сколько тебе заплатили за этот ролик? Ну, 5000 баксов, немного. Ну, пацаны попросили выручить, я и помог. Блин, ну нормально, нормально. Но все равно все будут думать, что это честный обзор, да?